А мне говорит, значит, так, полезли в этот. А у меня, говорит, 3 минуты. Мне говорит, ваше сидите. И все. Финальный забег на дистанцию 3000 метров у женщин. Рекорд нашего города в помещении с 1067,40 секунды. Анастасия Калина. 38! Возглавил на победу. Третья позиция Алина Субботина, Кировская спортивная школа. Рекорд нашего города среди молодежи в помещении принадлежит Галине Игнатьевой. В 2002 году она пробежала дистанцию 3000 метров за 9 минут 19 и 17 сотых секунды. Лидер заканчивает первую половину дистанции 3 минуты 9 секунд.
Два круга. Два круга. Два круга. Работай. По части работай. По толкам. Последний круг побежала Анастасия. Финиш берете, надо писать. Берете финиш. Сейчас свиним 191-го. Последний круг побежала Татьяна Сидункова. Последний круг побежала Вероника Михайлова. Финиширует Анастасия. Почаще! Финишировала Татьяна Сидункова. И финишировала. Артем Агапов, 8 минут 30.